Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня представляем вашему вниманию обзор рафии пурпурной. Длинные листья рафии – это ценное сырье для получения тонких лент и волокон с последующим применением в сфере декора и рукоделия. Декоратор, кроме натуральной рафии, достаточно часто используют аналог нити рафии и синтетических волокон. Применение синтетической рафии таково. Флористика, сырье для творческих мастер-классов, разные виды техники плетения, такие как корзины, панно, шляпки, кошельки, декоративная упаковка для изделий ручной работы. Представляет собой синтетическое волокно пурпурного цвета. Для сохранения окраса материал необходимо оберечь от прямых солнечных лучей. Преимущество использования рафии таково. Доступная цена, прочные умеренной жесткости волокна, отлично склеиваться с другими материалами. Для нестандартного яркого оформления. Идеальный подделочный материал. В поперечном направлении практически не рвется. Вот так выглядит данная рафия. Вот такие легкие полосочки. Красиво пурпурного цвета. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!